можно не только увидеть, но и жить в ней. Сделай свою жизнь ярче. Жилой комплекс «Радуга». Телефон отдела продаж 55 00 29. Я тоже хочу жить в «Радуге». В магазинах «Чемпион» щедрые скидки до 80%. Вообще не мелочимся! Специалисты медицинского центра здоровья приглашают курганцев и жителей области в новое комфортабельное здание по адресу 1 мая 21/1. 45 направлений медицины. Звоните 48 58 20. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Жанна Соколова. Лето в самом разгаре. Погода радует разнообразием, а магазин «Чемпион» – сумасшедшими скидками. Футболки, шорты, велосипеды, товары для туризма и активного отдыха по смешным ценам. Радуемся лету с сети магазинов «Чемпион». Спонсор прогноза погоды – многопрофильный медицинский центр «Здоровье» предлагает современные технологии красоты. Лазерная эпиляция, ультразвуковая кавитация. Внимание! Новая процедура очищения и увлажнения кожи – гидромеханопилинг. Телефон 48 58 20. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. А теперь о прогнозе синоптиков. В предстоящие сутки на территорию Западной Сибири, Среднего и Южного Урала северный ветер будет поставлять порции холодного воздуха арктического происхождения, из-за чего в регионе совсем не жарко, к тому же местами возможны кратковременные дожди. В Тюмени плюс 17-19, кратковременный дождь. В Челябинске плюс 19-21, без осадков. В Екатеринбурге плюс 20-22, без осадков. В Кургане облачно, кратковременные дожди. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7-9. Днем в Кургане облачно, с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18-20. Атмосферное давление повысится. 15 июля солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго.